Всем привет, ребята, я Вилу и добро пожаловать на мой канал. Это то долгожданное видео, которое лично я хотела очень сильно заснять. Я наконец-то накопила старкоинсы на эту лошадь, а именно Кнапс Трупьер. Если я правильно произношу, извиняюсь, если неправильно. Первый раз я сама накопила старкоинсы. Никогда я их не копила, я всегда либо могла потратить. А если я хотела лошадь купить, то я либо докупала, либо покупала 500 плюс 500 старкоинцев. Еще никогда я так не копила старкоинцы, чтоб я не тратила их, чтоб я на какую-то одежду их не потратила, чтоб я еще что-нибудь не купила. Я решила не тратить их и купить какую-то лошадь, потому что первый раз я накопила наконец-то эти старкоинсы, и это видео я точно решила делать. Сегодня мы будем с вами покупать Кнапс Трупьера. Сразу извиняюсь, если я неправильно произношу. Также выбор у меня стоял между этой лошадью, либо же этой, которую вы видите на экране. Ее я хотела купить только потому, что я могла бы на ней участвовать в соревнованиях. Либо же их называют чемпионатами. Но я так подумала, что я ее куплю, но чтоб я ее прокачала до 15 уровня, это не факт, что я буду ее прокачивать. И возможно, она просто будет стоять у меня в конюшне пылиться. Поэтому я решила все-таки купить эту лошадь. Мне очень много каких мастей нравится. Сначала я хотела когда-то купить эту масть. Потом, вчера я выбирала между этой мастью, вот в этой, и вот этой. Пока что больше всего мне нравится вот эта вот масть. Также раньше нравилась мне еще и эта. Но все-таки я выбираю вот эту вот масть. Итак, ребята, я перезашла в игру. Теперь у меня все на английском. Имя этой лошади будет у меня на английском. Что ж, давайте купим. Все-таки я выбрала эту масть. Она мне больше всего нравится. Ну, давайте купим. Итак, ребята, я назвала свою лошадь Кофе Сторм, если я правильно произношу. В переводе кофейная буря. Сейчас мы пойдем с вами в конюшню. Я уже там освободила ей место, где она будет стоять. И сейчас посмотрим на эту лошадку. Рада, что смогла накупить старкоинсы сама, не докупая их, и купить лошадь. Это была всегда моя мечта, но смогла осуществить ее только сейчас. Ведь всегда я могла их потратить, а сейчас у меня нет нужды было их тратить. У меня все есть, что я хотела. Одежду я покупаю за шиллинги, поэтому я смогла наконец-то накопить лошадь. Я очень рада этой покупке, поэтому я буду пока что с вами прощаться. На этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!